Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас очень интересные покупочки в Wildberries Озон. Итак, поехали. Покупочка Wildberries. Вот такие вот щетки интересные. Они прямо сейчас на просторах интернета пестрят. И много разных, кстати, разные производители. Такие попробовала с Олей в Телеграм, посоветовала, сказала классные. Очень классно полируют, шлифуют. Я пользуюсь электрическими. Эти взяла для Ксюшки и для мужа. Посмотрим, что они по поводу них скажут. Обязательно потом в Телеграм или в Дзене расскажу, покажу все подробно. Ссылку оставлю, конечно, на все тоже. Ну, такие вот интересные щеточки, на самом деле. Их много разных на просторах интернета, но, тем не менее, они отличаются. И отзывы тоже разные. Вот эти две 300 с чем-то рублей. 4 там, по-моему, 600 с чем-то стоят. Вот так достаточно удобные. Пластик, а вот здесь просиликонено. То есть держать удобно. Держать удобно. Вот такая вот щетинка. Интересная, очень плотно набита щетка. Есть для чистки языка вот эти вот массажные штучки, да. Смотрите, вот прям... набито плотно, они разной длины. То есть между зубами, по идее, тоже должно быть удобно чистить между зубками. Вот попробуем. Интересно, кто такие пробовал уже, девчонки, пишите, как вам. На покупочку Wildberries это вот такой вот ластик Лабьер, без хлора. Пятна стираются, вещи остаются. Очень интересная бюджетная штука, девчонки. Будем с вами тестировать на пятнах. Их очень много сейчас, просто такие вещи всегда нужны. 4 действия, пятен как не бывало. Смотрите, намочить, потереть, подождать. Получается, смотрите, пишут, кислород выделяется, да? 10-15 минут ждем, и потом в стиральную машинку. Мы с вами это все закидываем. Состав не могу из-за наклеечки почитать, но можете потом перейти по ссылке. Посмотрите, если вам интересно. Вот такой вот. Ну и давайте тестировать карандаш. Я достала его из коробочки. Вот так он выглядит. Сейчас мы с вами, наверное, вот полосочку, да, одну открутим и будем пробовать. На чем будем пробовать? Это Крестюшкины штаны после улицы. Смотрите, вот здесь трава, а здесь одуванчик. Не отстирывается. И хочу попробовать подошву. Это новые кроссовки Faberlic. И смотрите, стирать я их пока не хочу. Хочу попробовать вот этим карандашком. Вот здесь вот спереди, видите, какие сгрязнения. Сейчас тополь еще цветет. Это просто такая гадость. И вот здесь по бокам мы с вами попробуем сейчас карандашком обработать и посмотреть. У нас карандаш имеет экологичный состав, поэтому не боимся, работаем руками. Он безопасен для ткани, безопасен для человека, для окружающей среды. Он гипоаллергенный, поэтому будем смело сейчас с вами обрабатывать. Нам нужно смочить предварительно место, которое мы будем обрабатывать, теплой водой. Согласно инструкции, она в карточке товара есть. Смачиваем теплой водичкой, но не больше 60 градусов. И трем карандашиком, пока не появляется пена. В течение 10-15 минут ждем, пока пройдет реакция. Состав карандаша вступает в реакцию с кислородом, и за счет этого происходит очищение. Он никакого абсолютно, кстати, не имеет, поэтому это тоже хорошо. Так, я приготовила тут стаканчик с теплой водой, вот так прям руками смачиваю. После того, как пройдет реакция, через 10-15 минут мы с вами будем стирать вещи в обычном режиме. Одуванчиков полно. На коленках по траве крис любит поползти. Вот это вот очень все всегда тяжело вывести. Один раз погуляли, и все. И все штаны, кофта более-менее, штаны все просто никакие. Так, что мы с вами теперь делаем? Берем карандашик и вот так трем, пока у нас не появится пена. Смотрите. Сейчас от солнышка вам, наверное, плохо видно. Я перееду куда-нибудь. Так. Обрабатываем. Что карандаш не стирается. Хотя уже вот, да? Такой будет экономичный расход. Надолго хватит. Трем, трем, трем. Все наши загрязнения трем. У меня их здесь много. Так, одуванчик. Берем, пока у нас с вами вот такая вот белесая пена не появляется, до того момента мы с вами трем. Так, вот сейчас я все пятнышки обработаю как следует, покажу. Ну вот, пока вторую штанину терла, смотрите, вот здесь уже пятна прям значительно на этой штанине посветлели. Вот эти я не обрабатывала.
Так, хоть более-менее божеский вид привести. Но и здесь. Вот, на солнышке, без солнышка. Все обработала, все потерла. Видите, эти места, они такие, да, покрываются пенкой. Пенкой. Вот, поэтому ждем. Сейчас будем подошву обрабатывать. По той же самой схеме мы с вами немножко смочили поверхность и начинаем проходиться вот так карандашиком. Карандаш-ластик стирает грязь. О, она уже стекает, смотрите. Здорово. Фокус. Вот таким образом. Ой, подошва вообще быстро, слушайте, девчонки, смотрите. Тут, мне кажется, оставлять ничего не придется. Только если вот тут сейчас между полосочками будет неудобно. А вот тут прям уже сбоку все стер. Все, девчонки, обработала. В принципе, мне кажется, уже можно смывать. Прошлась просто карандашом. Ой, по периметру, да, везде. И все чистенько, все здорово. Ну, пусть полежат немножко, потом смоем с вами, посмотрим. Удобно, что карандашик можно убрать в коробочку, то есть он не высохнет. Закрыли, и все. Ну что, мои хорошие, 15 минут прошло, и я уже довольна результатом. Штаты выглядят хотя бы уже до сибельного, двор бегать, одеть их можно. Поэтому я думаю, после стирки все будет еще лучше. Вот эта зеленушечка, смотрите, ее не видно. Пятнышки прям очень-очень сильно посветлели от одуванчиков, а мы с вами знаем, что их очень тяжело отмыть. Сейчас мы все дело будем отправляться в стирку. Давайте посмотрим кроссовки, кеды. Так, кеды у нас с вами вообще шикарненько. Боковушечки все беленькие. Супер, супер-пупер. Сейчас смою. Прекрасно, замечательно, шикарно. Мне кажется, боковушки стали белее, чем собакожи. Отличненько. Просто отличненько. Я довольна. Вот так вот быстренько, карандашиком вообще. Просто супер, девчонки. Штаны из машинки, девочки, я безумно довольна. Смотрите, вся зелень ушла. Следов от одуванчиков нет. Вообще, ну просто супер. Просто супер. Слушайте, я не ожидала, потому что даже карандашом Фаберлик, когда такие пятна выводила, не всегда с первого раза. Поэтому я могу смело рекомендовать. Смотрите, вот тут была зелень на штанине. Прям ее тяжело было затереть, тоже отошла. Постирала на обычной стирке, на быстрой, при 40 градусах, и все отошло. Это просто восторг. Спасла штаны. Я очень счастлива, очень рада. У меня есть еще много пятен, которых надо вывести, в том числе от одуванчиков, от травы, поэтому буду заказывать еще. Мне очень понравилось. Одна покупочка Озон, которую дети очень любят. Девчонки, это вот эти вот штуки летательные, да, рогаточки такие, которые запускаешь, они светятся в темноте очень здорово. Мы на юге, помню, первый раз давно-давно купили. На, игрушки. На юге давно-давно первый раз купили, попробовали, понравилось. На, еще. Все, хватит, отходи. Дай покажу девочкам хоть. В общем, зацепляешь за рогатку резинкой, и вот эта штучка летит. Летит высоко, летит красиво. Надо вот эти вот крылышки расправлять. И она светится. Вот тут есть кнопочка включить. Она мигает и очень красиво светится. Одна штука на Озон стоит 190 рублей. Да-да-да. А 10 330. Поэтому взяла 10, все равно поломают, растеряют однозначно. Вот сейчас дай-дай. А на Wildberries вообще вот эти штуки стоят, девчонки, отда каких-то космических денег. Там 300 рублей одна, какие-то цены дикие. Поэтому заказала им сейчас на лето, на весну играться. 10 штук, 330 рублей, очень классная вещь. Если ваши дети тоже такое любят, посмотрите. Ну и на этом все. Мои хорошие, все полезные ссылочки, как всегда, оставляю под видео в инфобоксе. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.